Расписание ряда электричек казанского направления МЖД изменится. Это видео-версия сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу подробности. Агентство новостей «Москва» сообщает, что расписание некоторых электричек в Московской и Рязанской областях изменится 24 марта. В пресс-службе столичной железной дороги уточняют, что ограничения связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки-Луховицы. На время работ поезда будут двигаться по соседнему пути в реверсивном режиме. Утром у ряда электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На участках Фруктовая – Галутвин, Бронница – Виноградова и Галутвин – Коломна выведут из расписания некоторые пригородные поезда. Пассажиров просят ознакомиться с изменениями в расписании и заранее планировать свой маршрут. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!